23 февраля. Чей это праздник? Когда я был маленький, я часто обижал маму. Я не любил делать уроки и злился на нее за то, что она заставляла меня ходить в школу и не покупала мне все то, что я захочу. Я не ценил ее заботу. В 7 классе я впервые влюбился. Она мне очень нравилась, но в силу своей трусости все, что я мог сделать, это обидеть ее. Я боялся признаться ей в своих чувствах и не понимал, как больно делал ей в этот момент. После школы я понял, что хочу начать зарабатывать. Тогда я устроился на заправку и работал днями, ночами, порой забывая поесть. Мама ругалась, а я не мог донести до нее, что уже взрослый, и это моя жизнь. А потом я ушел в армию. Там меня научили отвечать за свои поступки, быть самостоятельным и ценить тех, кто рядом. И совсем не важно, был ли ты в армии или нет, главное помнить, защитниками не рождаются, защитниками становятся.